А к нам, похоже, присоединяется, чтобы скрасить наше с вами одиночество, такое виртуальное, Тимофей. Виртуальный Тимофей? Виртуальный Тимофей виртуально присоединяется. Да. Соответственно, вот, только что с вами поздоровался вот таким вот незатейливым способом, а Юра Ксенюшкин только что не забил комбинацию 4-10. Тоже, надо сказать, незатейливым способом не забил. Юра вообще играет незатейливо, очень просто, является сторонником позиции, в общем, видишь шар, значит, он играется. Взял мяч. И бей по воротам, в общем. И бей по воротам, как в футболе. Да. Так, ну вот, в принципе, осталось сейчас сыграть шестерку на ударом типа на остановке, что главное за девяткой не замазаться. И семерка, напомню, это победный шар для Лукина. В матче у нас пока равновесие, но вот, в принципе, все в распоряжении сейчас Павла. Он может даже, в принципе, и прокатывать вперед, чтобы можно было в угол сыграть. Это зависит от того, насколько он комфортно себя ощущает в этом ударе. Ну, отлично выполненный удар. Все, девятка не мешает. Сделан заказ в середину. Ну вот, поступило уточнение от судьи матча Бориса Пелюха, от судьи турнира, что матч, игра между Дуданцом, прошу прощения, Горстом и Егоровым, это полуфинал турнира по дуплетам. Соответственно, кто-то еще сыграет с победителем его. И вот пока я отвлекался на все эти подробности и уточнял у Бори, что к чему, видимо, Павел Лукин не забил семерку, которая, в принципе, была достаточно проста для человека, который дошел до такого высокого уровня, как финальный матч. Ну что ж, посмотрим, какое воздействие это возымеет на Павла. Юра, конечно, безусловно, сейчас приободрится от такого расклада, но пока перед ним позиция сложная. Не уверен, что он видит восьмерку, хотя, похоже, в угол точно играется шар. Да, шар в угол играется. Так интересно достали шары, конечно. Потребовалось бы внимание нашего арбитра. Не, все чисто. Ну, все чисто, сознанием дела, сказал Тимофей. Что же, 2-1. 2-1, Юрий Ксмирёшкин повел в счете. Да, 2-1, Юрий Ксмирёшкин. Итак, состоялся у нас очередной разбой. И теперь раз, два, три, четыре. Есть у нас звук упавших шаров. Соответственно, Лукин сейчас останется у стола. Восемь шаров на столе. И непростая резка для Павла. Больше похоже было на попытку отыграться. Никак не смогу предположить даже, какого именно результата хотел добиться Павел. И добился ли он его в результате, в итоге. Ну, Юра в атаку. Атака по отыгрышу. Но, опять же, трудно мне судить, держал ли он в уме возможность промахнуться. Вообще задумывается ли Юра о том, что он может промахнуться, когда он режет шар. Судя по тому, насколько быстро и смело он атакует любые резки, в принципе, я думаю, он не успевает даже
допустить таких мыслей, подстраховаться каким-то образом. А вот первая, похоже, ошибка Павла. Он играл из маски, соответственно, он не мог. Это, наверное, как-то для себя какие-то там вещи. Может быть, конечно. Он показал мне. Да, возможно, он заказывал. Я, скорее всего, снова я сейчас отвлекся немножечко от событий за столом. Ну, как бы зарплату уже на этот месяц мы, Михаил, не получает у нас. Да, поэтому теперь я могу отвлекаться сколько хочу, да, в принципе. Да. В минус же это не работает. Ну, в связи с вступлением в НАТО, минус уже работает. А я просто сегодня не открывал еще ленту новостей. Простите, кто сегодня вступил в НАТО? Кого можно поздравить? Кого? Поименно вас? Можно, конечно. Еще со званиями желательно. Ну, типа капрал, капрал войска польского. Там. Не, Александр Маршал. То есть сразу же в звании маршала, очевидно. Да, Александр Маршал НАТО. Показал документы, да, и в общем... Да нет, конечно, Александр, он наоборот такой настроен против, я бы сказал. Так, Юре нельзя было ни в коем случае ошибаться сейчас на шестерке, тем более нельзя на семерке. Седьмой шар победный для соперника. И выход сейчас такой предстоит не очень простой. Дело в том, что песня на среднюю лузу примерно у нас смотрит. Песня такая есть, да? Младший лейтенант, выход непростой, да? Я знаю там другие слова, но бог с ним. Удар сильный, да? Кто сильно бьет, тот сильно играет. Это такая прописная истина. Любой мастер спорта ее знает. По плаванию. По боксу. Так, Юра включает все свое бильярдное обаяние. Ну и теперь играет опять шар, который похож на тот, который он играл в самой первой партии, вот по такой вот резкий вслепую лузу. Здесь важно обезопасить биток от падения в угловую от борта. Получилось. Без прицеливания. Ну, у Юры природная резко, поэтому ему целиться нет необходимости. Если бы он еще и целился, то он, конечно, да. 3-1, да? Да, 3-1 стал счет. Ну, Юра играет до 5 побед. Ему нужно 2 партии еще выиграть, его сопернику 3. Не, ну как он вообще не прицеливает? Подошел там и просто посмотрел и ударил. Да, и это такова Юрина натура, в общем. И, наверное, чем меньше думает, тем лучше получается. Крепче спишь. Это само собой, чем меньше знаешь. Есть такой игрок в Европе, уже старый, так сказать, престарелый мальтиец по имени Тони Драго. Так он играет очень быстро, является одним из самых быстрых игроков, и бытует версия, что он так делает просто потому, что он боится задержаться в стойке чуть-чуть настолько, что уже все промахнется, поэтому он от страха играет так быстро, от страха дать мимо. А это литов кто, не натачивает? Ну, это только для постоянных наших зрителей известен будет этот фразеологический оборот, который сейчас пытался на меня на него вывести. В общем, кто-то у нас в Казани натачивал литовку. Дед Щукарь. Дед Щукарь, да. Литовка – это такая коса, кто не в курсе. Даже сейчас не понимаю, с какой камеры мне лучше вид включить. Включи с верхней. Что произошло сейчас? Раз у нас это называется push-out. Для неофитов, то есть совершенно дремучих новичков, я расскажу, что только после разбоя есть возможность сыграть такой удар, так называемый перекат или выкат битка в любое место на столе. То есть нет необходимости соблюдать требования правил, разве что биток нельзя в лузу ронять. Все остальное можно. Он специально выкатил Юрик удар, что ли? Очевидно, да. Опрометчивый, конечно, поступок. Честно говоря, уже сыграно 4 партии, и Павел мог бы убедиться, если даже он до этого не знал о способностях Юрия, то, в принципе, достаточно понятно, он что... прямой вообще выкатил удар. Нельзя оставлять, да, даже пол шара нельзя Юре показывать. Но, видимо, был не уверен в том, что сумеет. Просто после пуш-аута можно удар вернуть тому, кто его сделал. Соответственно, видимо, Павел побоялся, что если поставить маску, то
выйти из нее не получится. Опасный биток идет, опасно. Исчезает в лузе, да, Юра ошибся чуть-чуть. Как раз попал по резке с тылу шара таким образом, что биток отразился в лузу. Шанс для Лукина. Надо добираться каким-то образом до семерки. Надо собрать третий, четвертый, пятый, шестой. Если собирать играть комбинацию, то это, конечно, в общем, не очень верное решение. Да, конечно, наверное, один из 40 ударов таких можно будет забить, но не чаще. Вот такая моя оценка вероятности реализации этого удара, причем независимо, даже абстрагируясь от личности самого Павла, да, человек уровня мастера спорта такие будет забивать не чаще, чем один из 7, наверное. Семерочку, да? Семерочку заказывает, да, это его игровой шарф, партионный, форовый, как угодно. Суть. Да не, ну было бы чудо, другое дело, что ей очень сильно повезло, тройка встала в маску, соответственно, Юре сейчас придется, видимо, заказывать шестерку на всякий случай. Похоже, без заказа играет. Попадание есть, и фола, видимо, нет. Тройка, скорее всего, дошла до борта и встала вплотную к нему. Вот с фронтальной камеры интересно посмотреть. Ну, есть виртуальный такой вариант сыграть шестерку карамболем. Да, шестерка заказана от тройки, но тут же надо в уме держать и то, что тройка по-прежнему будет очередным шаром, соответственно, биток далеко уводить нельзя, а именно так далеко он и может уйти. Ну что же, десятку, видимо, надо будет заказывать, если Павел решил искать счастье в комбинациях на победных шарах. Тройка не проходит напрямую, соответственно. Ну, такая резка, в общем, не приводит на самом деле никуда, если пытаться этот шар срезать. Даже если он будет забит, ну, выхода там не просматривается. Семерка будет перекрывать. Биток в любом случае вернется на эту же половину стола. Ну, ты едва не опроверг, Лукин, мои размышления. Нестандартно было, вообще все делается. Было близко. Ну, в общем, конечно, любопытно. В силу того, что я был сам немножечко занят до поры до времени, до встречи с нашим новым чемпионом Андреем Сераштаном, я не имел возможности последить за тем, в общем, каким образом сложился турнирный путь Павла Лукина. Знаю только, что он вот в полуфинале обыграл Вячеслава Дербилова. В общем, наверное, можно на самом деле говорить, что едва ли не любая победа его была сюрпризом. То есть, чем ближе уже к медальным стадиям, скажем так, тем более удивительно было бы это. Юра, ну, как всегда, без прицеливания. Ну, на самом деле, это и видимость. Юра все равно прицеливается. Естественно, он не играет на бум. Встроенный глаз, ты имеешь в виду не стекло глаз, а глаз с буквой Z на конце. Google глаз Google. Ну, я думаю, это следующая технология, которая в разработке находится в компании Google. Мы просто еще об этом не знаем. Да. Там просто будет имплантат глаза. Да. Тестируют уже от Google глаза. Ну, вот похоже, сейчас он немножко отключился от всемирной сети, от глаз. Соответственно, Юра дал мимо несложного для себя, несложного для себя шара, в общем. И теперь вот погружается в тягостные раздумья. Конечно, должен был на самом деле сейчас брать четвертую партию, тогда уже можно было бы говорить о том, что матч, победа в матче, победа в турнире — дело решенное. А теперь пока отсрочивает он. Удар тоже сейчас непростой. Вот по тонкой резке Павел Лукин внезапно взял и дал мимо. В общем, это амнистия, что простил очень сильно своего соперника. Это огромный шанс для Юры все-таки набрать свое четвертое очко в этом матче и приблизиться вплотную к успеху. Ну, сейчас посмотрим, обновился ли Google глаз. Не, ну здесь уже нет никаких проблем. 4-1 становится счет. Да, Юра в последнее время в порядке. Не так давно выиграл он открытый Кубок России по восьмерке, если я не путаю. Могу ошибаться насчет дисциплины. Угу.
Восьмерку выигрывал Андрей Сираштан, поэтому, наверное, вряд ли это был кубок по восьмерке. В общем, сейчас не об этом. Очередной раз был Лукина, падает шар в середину, таким нестандартным образом, не напрямую, а от другого. Вновь отличная позиция, но явные проблемы с контролем битка не дают возможности, в общем, начать. Да, вот такая интересная сейчас у Юры задача перед ним стоит. Если он выигрывает этот матч и турнир, то тогда он занимает второе место в сезоне. А если он не выигрывает, то он даже в тройку не попадет. Этой информацией поделился с нами Андрей Сираштан. Вот сейчас Федя Горст подошел, посмотрел на счет. В общем, пока перспективы его видятся нерадужными. А второе место это у нас, между прочим, поездка на Евротур. Поездка на метро. Поездка на метро, я думаю, это будет один из призов в следующем сезоне. В принципе, годовой абонемент можно было бы присовокупить там. Да нет, одна поездка на метро, которую надо использовать в течение 3 дней там или сколько. Ну, хотя бы это должна быть поездка 90 минут, чтобы можно было с пересадкой на любой вид общественного транспорта. Слишком жирно. Юра сделал сейчас хороший такой зрелищный удар из арсенала артистов от бильярда. Трик-шутеров, так сказать. Таким могучим накатом. Сумел удержать биток возле короткого борта. Ну, сейчас перекатил достаточно сильно шар. Хотя поначалу, в принципе, казалось, что сыграл мягко, но вот... Смотрите, Google Glass там обновился. Очень, да, до новой версии, в общем. Да. Заплатку выпустили. Ну, невзирая на все способности покладки, в принципе, Юра, конечно, мог бы и чуть-чуть поаккуратнее выходить. Вот сейчас нужно забивать семерку, ни в коем случае не оставить ее в лузе. Да и выход на восьмого был бы неплох, но вот забить не получилось, не оставить тоже получилось. С другой стороны, шар по-прежнему проходит, играется у нас. Вот давайте посмотрим, как сейчас Павел справится. Естественно, надо играть, заказывать, да, нужно забивать. Попадание должно быть очень тонкое. Видели мы, как в предыдущей партии Павел промахнулся вообще мимо шара. И... посмотрим, сумел ли он сделать какие-то выводы из того удара. Нужна поправка, но, честно говоря, подготовка к удару, в общем, не располагает к тому, что он будет успешным. Да, слишком она была такая нестабильная, что ли. Ну, с такого шара Юра, думаю, не только его забьет, но и с него хорошо выйдет. Играет на нижнем левом, на плотном ударе. Ну, слишком, на самом деле, заузил. Нужно было чуть-чуть пошире, чтобы шар пошел. Хорошо для Ксмирюшкина, что у нас шар стоит почти на борту. Однако, не стал он играть, он пытался отыграться, в итоге допустил ошибку. Ну, надо удар, конечно, возвращать на самом деле. Конечно, да, Павел так и делает. Да, Юра не рассчитал траекторию движения восьмерки, просто играл наобум, не подумал. Как ты вернул удар? Объясните мне вот. Еще одна ошибка. Ну, дело в том, что у нас десятка игра заказная, соответственно, если шар падает в лузу без заказа, то соперник, происходит переход хода прежде всего, и соперник имеет право, посмотрев на позицию, либо ее принять, либо вернуть. Соответственно, Павел посмотрел, что шар не играется очередной, поэтому просто вернул удар. Uh-huh. И вот теперь, в общем, собирается пожинать плоды своего решения. Ну, нужно сейчас собраться силами, безусловно, собирать два шара. Это будет подход достойный участника финального матча. Да, это белый флаг.
Ну вот не зря я начал говорить про, в общем, то, что надо собрать два шара. Конечно, наверное, ответственность, сопряженная с участием в финальном матче, она придавила, к сожалению, нашего финалиста. Вот Александр Ощепков, наш нижегородский помощник во всем, что касается рейтингов нашей серии, сказал, что сейчас Павел Лукин занимает в рейтинге 34 место. В общем, наверное, он не попадет в таком случае у нас в число. Ну, в общем, посмотрим. Есть, наверное, какие-то... Я думаю, что он попадет, потому что часто очень бывает, что кто-то ну, не может попасть. Что ж, в общем, получается, что последний турнир для него отлично сложился и, возможно, позволит Павлу Лукину стать участником нашего суперфинала, который будет в сентябре. Вот, так что серия от ABN Billiards берет маленький перерыв на лето, прощается с вами до сентября. Следите за нашими анонсами, отчетами. Заходите на наш сайт, заходите в наши группы ВКонтакте, Фейсбук, читайте Твиттер. Я думаю, что жизнь бильярдной, в том числе жизнь ABN Billiards, на этом не остановится. Вагон в Акапулько уже снаряжается, рельсы уже смазываются. Судья Борис Пелюх оторвался от своих приятных занятий, от сводок с Максимом Дуданцом, для того, чтобы зафиксировать счет финального матча. 5-1, триумфатором стал Юрий Кисмирёшкин. Но, Михаил, у нас же еще предстоит нам финал по дуплетам, да. Дуплетам. Неужели мы будем его смотреть на телевизионном столе? Да. Это... Владимир Николаев сказал, что мы должны это сделать. Это будет сущая пытка, я скажу. Ну, мы попытаемся пройти через нее с честью и достоинством. Кто у нас участник финального матча, Борис Олегович? По дуплетам. Как никто. Неужели не... А вот именно, говоришь, никто. Как можно называть Федора Горштейна никто? Человек играл на 6-3 и сумел победить. Какой счет, Федор? 2-1. Все-таки не без борьбы. Ну, как я уже говорил, фаришка-то не очень большая на самом деле. В общем, пока прервемся чуть-чуть, оставайтесь, если вам интересно посмотреть на дуплеты. Соперником Федора Горста станет один из тех, кто еще не вылетел из турнира по дуплетам.